Добрый день, мои маленькие любители. Сейчас мы сыграем с новым игроком. Не знаю, кто он такой и откуда, но сказал, что играл несколько лет назад. Посмотрим, не забыл ли он, как играть еще в Мэдшторм. Я сыграю через Бульфу. На старте нам главное отгородить себе территорию побольше. Но нельзя забывать и о священнике. Важно как можно быстрее двинуть его с домашнего острова, так как он бесполезен там. Мышка почему-то страшно глючит. Неприятная вот эта фигня была у мостов. Делаем засечку, берем генератор, так как он нам нужен для постройки всех остальных юнитов. Возьмем пока Star Expire. Баррикадку для защиты. Продаем первую, нам не нужно. И сам кэнон для атаки. Делаем апгрейд на бульфов. Подводим приста к тому месту, где нам будет ближе всего добраться до следующего аутпоста. Готов апгрейд на Бульфа. Ведем священника, делаем засечку, возвращаемся. Берем нашего Бульфа, возвращаемся к аутпосту. Подключаем по кратчайшему маршруту. На весь Шторм Пауэр строим этих Бульфов. Бульф уносит по два кристалла, несмотря на то, что они медленные. Они неуязвимы. Для мамы барсов. Неплохо играет новичок, мне нравится.
Делаем засечку, возвращаемся к нашему присту. Сейчас мы сделаем апгрейд. На дисктровера. И, пожалуй, нам нужен еще будет апгрейд на баллоны. Ведем священника, он не должен никогда стоять. Делаем засечку, возвращаемся. Возьмем баллон, собирать Storm Power. И пойдем захватывать другую часть карты. Наш друг уже использует Devil Maker. Нам необходимо взять булварки. Возвращаемся к тому месту, где нас дрючат булварки. Вернее, нас дрючат девилмейкеры, а мы будем защищаться булварками. Возвращаемся к присту, делаем здесь засечку. И поставим несколько вербаз на атаку генераторов. Одного булварка мало, но теперь будет все в порядке, здесь осталось два девилмейкера.
Хорошо играет новичок. Приз не стоит, ходит, захватывает. Много генераторов, поэтому нам придется здесь поставить воздушные базы. Смотрим, что у нас в нижнем левом углу. Здесь все в порядке. Посмотрите, как агрессивно нападает новичок. Он сказал, что у него плохой пинг. Возможно, так оно и есть. Это мой плохой плейсмент был. Посмотрите, как агрессивно. Он даже вряд ли рассчитывает. Попадает куда-то арбалет или нет. А просто не делят, что есть сила. Да. Thank you.
огромное количество куцов идет. Я даже не знаю, что еще тут можно захватить. Сейчас, наверное, новичок будет мне устраивать Island атаку. Новички очень любят это делать. Смотрите, сколько гейзеров еще у него. Вот на мою базу напал новичок. Странно, что он до сих пор не использует Wind Towers. Вот появляется первая Wind Towers от новичка. Ну что ж, GG, хорошая игра.